Здесь написано о человеке, который отделяет себя от общества. Как же можно не жалеть его? Ведь то, что написано, написано, что нельзя его жалеть, но сердце сжимается. У меня есть такой товарищ, который отделился от общества, и когда я смотрю на него, вижу, как он страдает. И он все время кричит: «Папа, пожалей», но он не приближается. Как можно не жалеть? Поверь мне, что в природе человека не заложено навредить себе. Не вредить себе. Как только кажется тебе, что он себе вредит, он сам себе делает благо, даже если он себя режет. У него всегда есть расчет к лучшему. Его общий итог к лучшему. Ты со своего расчета говоришь: «Нет, ты же делаешь зло». Он говорит: «Нет, я делаю хорошо». Это из того, что он говорит мне, что он страдает. Страдает, он любит страдать. Это то, что он мне и говорит. Ну, так что ты можешь сделать, если ему нравится страдать? Так возьми палку и добавь ему. Пусть хорошо почувствует это добро. О, как здорово! Ну, просто замечательно, кайф сплошный. Ну, так вот. И еще один вопрос. Что такое, пока страдания не накапливаются? Посмотри вот на всех этих. Они тоже то же самое. На всех своих товарищей. Они любят страдать. Так что, всех бить? В конце урока я возьму палку. Серьезно, я тебе говорю, они любят страдать. Но так почему они не пробуждаются? Мы страдаем. Они оправдывают себя, какие они праведники в своем страдании. Ну. Спасибо. Все, больше не хочет.